Ну, а мы продолжаем. В общем, здесь вот такой вот неплохой тоже участок. Какие-то девушки он фотографии делают, листья кидают. Розы. Розы здесь красивые тоже. Чем-то наподобие рябины или, может, волчьи ягоды, я, честно, не знаю. Пробовать не хочу. Шиповник, конечно, вот шиповник есть. Розы. Все нормально, все красиво. Вот какое-то дерево такое металлического цвета. Интересно сделано. Вот еще какой-то вьющийся. Типа тоже шиповник или роза. Ладно, что, пойдем дальше. Здесь вот такие елки хорошие. Красиво выглядят. Так, Defense House там закрылся. Значит, нам придется идти в этот, уже в другое место. Хотя, если честно, я в этот Defense House так ни разу не ходил. Я даже не знаю, интересно там или нет. Может быть, там тоже какая-то фигня. Просто, как обычно бывает, приходишь в музей, а там у них какие-то непонятные, ну, понятные только японцам, вещи лежат. То есть, и как бы смотришь на них и не понимаешь еще, что это, зачем это сделали. Вот здесь хороший вид такой. Парк, и там мегаполис. Это деловой центр Токио, станция Токио. Это небоскребы непосредственно вблизи станции Токио. Необычно так видеть старинные здания по типу этих старых японских, то есть домов и небоскребы. Такое сочетание старины и модерна. А туда наверх поднимается, скорее всего, для смотровой площадки. Там, возможно, смотровая площадка у них наверх. И оттуда можно пофотографировать хорошие виды. Такой вот интересный куст сделан. Правда, из разных цветов. Где-то там светлые, где-то уже желтые, красные. Не один, скажем так, вид того куста там. Такая вот, типа башня, что ли, тоже была когда-то. Давным-давно, когда здесь еще был, скажем так, императорский двор, солдаты. Поля открыты специально, чтобы простреливалось все хорошо здесь. Можно было, чтобы лучникам сверху в любую точку стрельнуть. Какой-то тоже мемориал интересный. Дом. А хороший вид. Да, вот тут тоже хороший вид отсюда уже открывается. Как раз про что я говорил. Старый сад и новый мегаполис. Ну, продолжаем подниматься. Повыше, все выше.
видимо, у них что-то было в виде кухни или гарнизона, такого углубления. Ну вот, да. Скорее всего, здесь башня была. Убрали ее. Естественно, сейчас. Да, конечно, нету. Что-то. Ну да, видимо, здесь была типа башня. Вот как раз выходы из нее. Вход был как бы ниже уровня земли находился. Поэтому специально сделали, чтобы при сильном обстреле, чтобы двери не снесли этими катапультами. Так, вот это здание. Оно ограждено, туда не пройти, и оно закрыто. Скорее всего, это какое-то церемониальное, как же это сказать, для церемонии, в общем, здание. Соответственно, в него зайти не получится сегодня. Ну, нам по кругу не надо обходить, мы пройдемся. Да, туда, в сторону. Хотя вот некоторые идут вот туда, вот там вниз куда-то там, там. А там закрыто, да? Это просто по кругу они их пускают. Можно и туда пройти, вон, посмотреть. Только ближе к забору. То есть, что здесь как идти? Угу. Англичан здесь много, американцев, русских тоже встречаешь. Ну да, красивый вот вид. Там выход уже. Да, вон забирает того. А, да, да, да. Ну значит, нам надо в другую сторону идти. Нафига, нам на выход не надо. У нас 20 минут еще есть. Да? Пойдем, посмотрим, что здесь у нас еще. Ну, я и говорил, да, что-то они туда посылают, видимо, вот из-за того, что на выход спрашивали, где выход. Вот, смотри. Вот эти вот. Интересно, как сделали деревья, связали, вот, чтобы не пережимал провод, а обвязали сначала деревяшками, а потом... Ой, это что тут? Почта ездит. Императорская почта. А вон эти что тут, магазинчик? Туалетик. Ну, может, не магазин. Какая-то администрация там что-то еще. Да, вон смотри, что, видишь. Крепость. Вот у меня. Что? Мандарин. Это японский микан, то бишь японский мандарин. Ну, на вкус он как грейпфрут и апельсин, что-то среднее. Вот такое здание здесь у них находится. Я, кстати, сюда ни разу не ходил. Первый раз. Почтальон прикольно катается. По императорскому саду на мотоцикле. Вот эта вещь. Я бы тоже с удовольствием прокатился. Надо только эндуро взять. Мотоцикл, чтобы было, ну... Где угодно можно было проехать. Написано, людям вход воспрещен. То есть... Они просят вернуться на выход.
там кто-то что-то делает даже. Вот у них там огорожено. Люди что-то там делают. Живут, работают, возможно, прям там. Может быть, просто работают, приходят сюда на работу. Садовники, уборщицы, еще кто-то там, администратор. Здесь тоже вот хороший вид.